Приветствую вас, мои дорогие друзья, с вами Лилия Донскова, и в этом видео я вам покажу, какие продукты из компании Siberion Wellness нужно иметь дома в своей домашней аптечке, и особенно важно взять их с собой в путешествие. Вот это я вам точно говорю, что вы с этими продуктами будете чувствовать себя намного комфортнее и безопаснее, потому что в путешествиях может случиться все что угодно. Такие как проблемы могут возникнуть, как кишечная какая-то инфекция, вирус, недомогание, температура. И что делать? В какую аптеку бежать, да? Где кричать help? Поэтому возьмите с собой несколько этих продуктов, пусть они будут, они точно вас спасут. Итак, начнем. Первое — это новамин. Новамин — это очень мощный антиоксидантный комплекс. Здесь 120 капсул в этой банке, стоимость 800 рублей всего-навсего. Возьмите с собой, можно принимать до 10 штук в день, обязательно с едой и обильно запивая водой. Вообще, в принципе, когда пьете БАДы, помните, что их пьют с едой и запивают водой. В течение дня следите за балансом воды, чтобы это было минимум 2 литра. Итак, новамин пьете просто для профилактики одну капсулу в день, а если что-то случилось, пьете сами, и можно дать животным, если с вами путешествуют животные или дома животные, вы им прямо скрываете капсулку, высыпаете в еду, смешиваете и даете скушать, чтобы у них, да, сработал классно иммунитет. Это антиоксидантный комплекс, суперский просто. Следующий продукт, давайте вот этот возьмем, это очищающий фитосорбент. Можно взять кишечный фитосорбент, как минимум пик, но вот я беру с собой сейчас в путешествие очищающий фитосорбент, взяла его, сейчас открою, это порошок, его просто нужно развести в воде 150-200 миллилитров теплой водички, выпивать нужно быстро, одну чайную ложечку разводим, перемешиваем тщательно, сразу выпиваем, потому что он становится очень густой. Может быть, воды нужно будет добавить побольше, пробуйте. Я брала себе такой сорбент в пакетиках, ой, вдохнула, видно, аж защекотала в носу. Лучше не нюхать, а принимать вовнутрь. То есть если отравление, да, какое-то кишечное, это очень неприятно, поэтому сразу быстро абсорбируем, да, все нехорошее, и оно выводится. Далее, если вдруг едете на отдых, возьмите с собой ЭПАМ 11, это кишечный ЭПАМ для комфортного пищеварения. Это такие капельки, перед применением нужно хорошо-хорошо потрясти, потом открываете, в ложечку капаете 10 капелек, под язык подержали немножечко, сглотнули и дальше кушаете. И также если отравление какое-то, то просто ЭПАМ можно каждый час по 10 капелек, чтобы быстрее войти в норму. Так, ЭПАМ рассказала. Следующий момент — это барага амарант. Какая же это прелесть, ощутила на себе. Вот покажу вам, что я выпила 4 штучки капсулки, когда меня укусила, я не знаю кто, но какая-то гадость меня укусила в ногу, нога раздулась, нога горела, пульсировала, она была красно-синего цвета, это был какой-то ужас. И как раз вот на сгибе укусили, вот ниже, чем вот сгиб, когда ступня ходишь, что я не могла ходить вообще, то есть нога раздулась настолько, было страшно. Я выпила 2 вечером, 2 капсулки утром, отек спал, жжение все прошло, в общем-то все прошло очень быстро. Еще я мазала восстанавливающим бальзамом. Вот эта прелесть, беру с собой сейчас дорогу на всякий случай, какие-то новые ощущения от новых растений могут повлиять, появится аллергия, либо заболели, горло болит, то выпиваем барага амарант, очень быстро все пройдет. Так, что вам следующее показать? Ну, наверное, бальзам корень — это обязательно продукт в каждой аптечке, перед применением трясем. Здесь какой состав? На пихтовом масле с камфорой и комплексом растительных экстрактов. Здесь очень большой список разных трав, аромат такой, что как будто бы оказались в лесу. Видите, бальзам такой жиденький, то есть он вот так течет, мы его натираем, и можно либо виски натереть, если болит голова, подышать им. Если простуда идет, то в носу обработали, можно турундочки скатать из ваты, смочить и вставить в нос, в уши, если уши стреляют, натирать грудь, горло, делать аппликации, да, на 30 минут фольгу,
30 минут, не более того, если с фольгой, и убираем. Увидите, фольга будет вся в дырочку в тех местах, где вы приложили к больному месту. Натираем ступни, ноги, вообще в принципе все тело. Если малыши заболели, то их можно полностью натирать несколько раз в сутки. Быстро снимает температуру, снимает воспаление, можно полоскать горло, с водичкой разводить, естественно. Что еще? В принципе, вообще все можно с ним делать. Мы даже и маски для волос делаем. Но мы сейчас говорим про аптечку, поэтому геморрой, например, если вдруг резко забеспокоило, то тоже обрабатывайте все корнем. Очень быстро пройдет. Следующее, если хотите отдельно, для полосканий бальзам Флорасептик Эльбешен. Его еще называют волшебником. И можно обрабатывать раны. Кстати, корень от комаров, от клещей, от укусов разных насекомых. Заранее можно, если идете в лес, просто обработаться им, да, нанести на открытые участки тела. Но если все-таки где-то укусили, то потом тоже обрабатывать от укусов. А вот Эльбешен, почему он должен быть в аптечке? И в принципе, если какие-то раны, бывает такое, что люди, если дома есть лежачие, обрабатывать пролежни. Представляете, какой сильный вот этот вот бальзам, просто мощь. Но он вообще жиденький. А, кстати, им также зубная боль, если можно прикладывать на ватном диске бальзам корень или полоскать вот этим бальзамом. Я, кстати, рекомендую, когда лечите зубы, всегда полоскать или вставляете зубы, чтобы быстро снимались воспаления. То вот все, что касается воспалений, ран таких-то, да, всевозможного, псориаз, кстати, тоже Эльбешеном обрабатываем, все это очень быстро проходит. А в Эльбешене в составе чайное дерево, и даже его когда вот нюхаешь, то вот я прям сразу чувствую чайное дерево. Но здесь, конечно, состав огромный, я не буду вам чайное дерево, эвкалипт там и разные травы, в общем-то, почитайте на сайте. Что еще очень важно в путешествии, наверное, это чай, очищение, дренаж можно с собой взять, чтобы не было отеков. Можно, кстати, от отеков еще вот медвежьи ушки брать. Ну да, мы можем что-то выбирать. Для печени обязательно чай печеночный, и можно эпамчик, вот такой же есть эпам 4, тоже для печени. Но я себе сейчас взяла в дорогу, возьмем вот этот синхровитал, это защита клеток печени. Здесь темная и светлая капсулки, вот такие вот, мы их пьем одну утром, одну вечером для печени, чтобы поддерживать печень, потому что идет большая нагрузка на нее, и чтобы печень, да, нас, да, выручала, то мы ее просто поддерживаем заранее. То есть я бы поставила сюда тоже и для печени что-то, но вот у меня сейчас только есть синхровитал. Далее, что с собой? Ну, можно чай, комфортное пищеварение, но мы взяли эпамчик, да. Обязательно с собой в дорогу возьмите что-то для суставов. Если планируете много ходить, много двигаться, то может заболеть колено, локти, плечи, если рюкзаки носите, то можно взять живокост, а можно взять вот такой вот спортивный бальзам. Я его сейчас заказала, потому что он более мощный, чем живокост, и можно прям натираться. Конечно, ощущения будут такие ощутимые, от живокоста прям вот горит все, жжет, очень быстро проходит, особенно если нанести, втереть хорошо в больную зону, где болит, и замотать чем-то тепленьким. Вот тогда будет вообще классный эффект. То есть это мощный спортивный восстанавливающий гель, он снимает неприятные ощущения, ускоряет восстановление после интенсивных физических нагрузок. Вот это очень классная штука, мы пользуемся постоянно. Вот живокост кончился, я сейчас заказала на пробу этот бальзам, будем его пробовать, вернее гель. Так, что еще в дорогу? Давайте возьмем мармеладки с прополисом. Как вы на это смотрите? Почему их? В дороге не всегда бывает комфортно там прополоскать рот, почистить зубы, а этот мармелад, его просто рассасывайте после еды, до 4 мармеладок в день. Это будет терпко, вкусно, полезно, снимет воспаление и ускорит восстановление слизистой, защитит полость рта от развития вредных бактерий и просто зарядит вас энергией, потому что прополис — это вообще про энергию.
про заживление, про работу с воспалениями. Вот такая вот мармеладка. Вы ее кидаете в рот, просто рассасываете, не старайтесь ее быстро съесть, а пусть она подольше поработает у нас во рту. Не буду убирать, сейчас ее сразу съем после записи видео. Так, что еще? Я бы с собой обязательно взяла вот этот вот иммунобустер Коренс, то есть я его возьму обязательно. Мы его трясем перед применением, его можно добавлять в воду или под язык полпипетки. То есть мы вот так вот берем и капаем. И все. Или водичку. Так приятно, как будто хвойная смола, такое что-то очень приятное. Живое. Так, клеточный концентрат сибирской пихты. Вот, пихтовая. Очень похоже на пасту зубную с такими вот с хвойными тоже. Что он делает? Он поднимает нам энергию, во-первых. И, например, серпантин, перелет, долго, до стресса, когда не досыпаете, иммунобустер просто принимайте, 2-3 раза в день его можно принимать, и будет вам счастье. Так, дальше посмотрим, что еще. Магний обязательно возьмите с собой в дорогу, потому что это стресс, это может быть недосып или спите мало. Магний поможет вам успокоиться, хорошо засыпать, высыпаться за короткое время. И магний участвует также в усвояемости очень многих микроэлементов и витаминов. Иногда люди говорят, я пью, эффекта нет. Ну, магний добавьте просто в свой рацион, и будет усваиваться лучше весь вот этот комплекс витаминно-минеральный. Ну что еще? Зубная паста, для чтобы зубки у нас были. Ну, не буду ее прям брать в аптечку, но мне очень нравится именно вот эта профилактическая зубная паста. Она как раз у нас природная. У нее и цвет, да, такой соответствующий. Мы видим там прям такая серо-зеленая масса. На вкус вот прям хвойное, что-то такое приятное. Мне нравится. У меня прям вот зубы после того, как я стала пользоваться зубными пастами от Siberian Wellness, у меня, во-первых, они стали светлые, они все стали одного тона, я теперь не стесняюсь улыбаться, десны все такие хорошие, то есть, ну, вот прошли какие-то мелкие такие вот проблемы, кровоточивость десен, вообще очень комфортно и хорошо себя чувствует в целом мой рот и все, что внутри. Вот, что еще с собой беру обязательно сейчас в поездку, это гель с пантенолом. Он восстанавливающий. Например, можно обязательно солнцезащитный крем. Он восстанавливает после, например, ожогов, после того, как перезагорали. И вообще вот такой вот классный гель, он рекомендован, ну, как бы для всех, сейчас скажу, что здесь в составе: гиалуроновая кислота, а, кстати, укусы насекомых тоже справляется, защищает клетки от потери влаги, увлажняет, быстро впитывается, хвойный комплекс в сочетании с другими, вот смотрите, от солнца, ветра, мороза, укусов насекомых. В общем-то, берем с собой и пусть будет в аптечке. И, конечно, витамин D3, потому что он заботится о том, чтобы мы были здоровые, позитивные, чтобы иммунитет был крепкий и многие другие зоны, как это, сферы нашего здоровья. То есть витамин D3, уже доказано, что у нас его нехватка, даже у тех, кто много на солнце, кто загорает, все равно не хватает витамина D3. Я еще не сдавала анализ, кстати, но хочу сдать, посмотреть. Вот и все. А, ИПАМ тысячный, неврологический, можно тоже взять с собой от стресса. Или если едете с детьми, чтобы они себя хорошо чувствовали, потому что для детей это еще больший стресс, чем для нас, для всех. Ну, в общем-то, про аптечку давайте подведем итог. Обязательно выбрать корень или бальзам. Я беру оба, потому что они немножко разные. Обязательно берем новамин, это 100%, барага, амарант. Обязательно берем для кишечника. Для кишечника можно и ЭПАМ, и фитосорбент. ЭПАМ просто пить постоянно. И для суставов, если много двигаться, это обязательно. И для выносливости Коренс. Вот, смотрите, если прям по минимуму, то это вот такая аптечка. Да?
Ну, давайте для восстановления тоже возьмем. Вот такая. Если вы готовы шиковать, то добавьте еще себе для печени что-то. И на отдыхе бывает, что немножечко, да, там, может кто-то себе позволить лишнего, поэтому для печени обязательно что-то нужно брать. Это даже не обсуждается. Чай, эпам или сразу же берите такой синхровитал. Как вам информация? Если полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Если у вас еще не оформлена карта клиента, чтобы получать кэшбэк с покупок, заполняйте форму под этим видео, там можно переключиться наверху как привилегированный клиент или как бизнес-партнер. Там разница в кэшбэках, конечно, будет. Если будут вопросы, задавайте их мне. Все мои контакты есть под этим роликом. И обязательно нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Всего вам доброго, крепкого сибирского здоровья. До новых встреч. Пока-пока.